Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в театре Людмилы Рюминой. Здесь сегодня проходит мероприятие «Конкурс красоты Мисс Великая Россия». Со мной рядом дизайнеры, которые предоставили именно участницам и девушкам, которые выйдут попозже на сцену, платье. Представьтесь, пожалуйста. Нина, дизайнер, моя Мишель. Сегодня девочки будут выступать на финальном показе в наших вечерних платьях. Надеюсь, что эти платья принесут удачу девочкам. Болеем за них, желаем удачи. Тиго Рико, я тоже сегодня предоставляю вечерние платья нашим конкурсантам. Тоже желаю удачи. Не переживайте, все будет хорошо. Главное быть уверенным в самом себе. Это же здорово, это красиво, вечерние платья. А вообще, как родилась идея именно вот этих платьев? Идея родилась очень-очень давно. Было желание создать что-то интересное. У нас не только вечерние платья, у нас и каждодневное. Но вечерние платья, они более деланы душой, любовью, так как, мне кажется, каждая красивая девушка хочет всегда выглядеть шикарно, роскошно. И в этих платьях, мне кажется, что любая девушка, женщина будет выглядеть красиво. Так что удачи девочкам! Моя идея была в чем? Мы со своей подругой сидели в кафе и думали над разработкой как бы нашей коллекции. И в этот момент официант сказал, что вы будете. Мы одновременно сказали «Мохито». И так у нас появился имя «Мохито». У нас коллекция называлась «Мохито». Они все очень коктейльные как бы платья. Сегодня как раз две такие платья будут из этой коллекции. Потрясающе! Сегодня девушки будут блистать в этих платьях. Я Наталья Рос, специально для телеканала Step to Stars TV.